Ой-ой-ой, вот это мне влетит. Антон, что? Почему ты мне вот этот кубик не даешь поиграть? Давид, я тебе его вообще никогда не дам, потому что это один из самых крутых кубиков в мире. Я его учусь быстро собирать. Я тоже хочу очень быстро собирать на нем. Давид, нет, тебе нужно какой-то попроще собирать, пока не научишься. Прикольно. Как кот Базилио поет? Да. Артур, отвлекись немного. Посмотри, прикольный музыкант какой. Да я все слышу. Крутой музыкант. Пожалуйста, брось туда. Спасибо. Алла зверит с молодою женой. Вася без них стоит. Ну что, какой коктейль будешь? Я буду вот этот. Так, вот этот. Артур, а ты выбери себе коктейль сейчас. Дальше будешь собирать кубик. Мне какой-нибудь. Скажи, отвлекись на секундочку. Орео. Окей. Коктейль принесли. Ага, ну да. Дай мне пока пособираю. Что? Это самый крутой кубик. Я тебе его не отдам. Поиграть? А может он сейчас зайдет? Пока он не зашел, я поиграю. Ух ты, он точно классный. Ой-ой-ой, вот это мне влетит. Вот это мне влетит. Это Артура. Давид, что случилось? Я думал, Артур записал. А что ты кричаешь, что Артур? Ах, вот чего. Это что, его кубик? Да. Это ты разбил его? Он же просил, не бери мой кубик. Тебе он будет злиться и со мной не будет играть. А что, если нам очень быстро найти, где продается точно такой же кубик, и он не заметит? О, давай. Где у нас продаются такие же кубики? Так, интернет-магазин головоломок, куб-маркет. Давид, ну тут огромное количество кубиков, все нормально. Мы можем поехать сейчас туда, прямо в магазин, и там выбрать. Класс, быстренько собирайся. Наконец-то! Куб-маркет, это здесь. Здравствуйте, у нас такая проблема, нам нужно купить вот эту цветную головоломку для старшего ребенка, просто младший сломал и теперь не знаем как быть. Хотим купить что-то похожее, чтобы старший не заметил. Головоломку? Но у нас много разных головоломок, а какая именно вам нужна? Надо купить что-то именно как было у Артура. Может 3x3 кубик Рубика, может 2x2, пирамидка, скьюб, сквайр, у нас разные головоломки. Не помните, какая у него была? Да даже не знаю. Давид, ты подскажи. Ты-то игрался, ты-то его разбил. Наверное, квадратный. Ну, все понятно. Нам нужен квадратный кубик.
А у нас много квадратных. Может, что-то еще помните? Вспоминай дальше, сколько там было частей. Откуда я знаю? Я засчитать не умею. Очень плохо. Очень плохо, что до сих пор не научился. Вот теперь тебе влетит от Артура. Что же нам делать? У нас же есть с собой части того разбитого кубика. Вот. Ну это же 3 на 3, понятно. 3 на 3 у нас здесь. Вот смотрите, выбор большой, выбирайте. Слушай, мы можем не угадать, и Артур это обязательно заметит. Он точно заметит, он очень любит кубики. Поэтому рисковать нельзя. Придется ему признаться, рассказать все и привести его сюда. А он уже выберет себе какой-то отличный кубик, какой хочет. Спасибо огромное. Через полчаса вернемся и, в принципе, приведем профессионала. Ну, придется уже ему рассказать все. Хорошо. Спасибо. До свидания. Артур. Привет вам. Привет. Не знаешь, где мой кубик? Слушай, тут такое дело. Мы с Давидом решили сделать тебе сюрприз. Какой? Одевайся, пошли покажем. Нужно поехать в один, хотя не скажу куда, в одно место, и там, собственно, все поймешь. Идем, Давид нас ждет в коридоре уже. Ну, куда это мы пришли? Так, это место, которое тебе очень сильно понравится. Ты готов? Да. Один. Два. Два. Три. Открывай глаза. Сюрприз! Сюрприз! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Артур! Артур! Ты что, потерял сознание? Все нормально. Итак, мы привели тебя сюда для того, чтобы рассказать одну вещь. Какую вещь? Я дал Давиду поиграть твой кубик любимый, а он поигрался. Теперь он разбит. Как это Давиду? Ты можешь выбрать кубик такой, какой захочешь. Прям любой? Прям любой. Давай, главное не ругай Давида. Ну, держись. И меня. Вау. Может быть, вот этот? Ну что, ты все увидел? Что выбираешь? Я хочу Мегаминкс. Ух ты, красивый. Но не 3 на 3, да, такой? Да, вот этот. Хорошо, этот покупаем. Папа, а можно, ну, еще один? А какой еще? Ну вот, смотри, здесь есть вообще необычное. Вот, я хочу вот такой. Класс. Ну, научишь и меня собирать, да. Хорошо? Да, берем два. Стоп, можно еще один, последний? Мы же договаривались, что один купим, а купили уже два, поэтому отлично, все. Ну, на день рождения. День рождения? Хорошо, давай выбираем еще третий. Вот такой. Ого, шестеренчатый куб XXL. Хорошо, договорились. Папа, ну раз мы уже сюда приехали, может быть, ты мне сделаешь подарок уже на Новый год? Так до Нового года еще сколько? Ну ты потом искать никакого подарка не будешь, я доволен, вот и все. И на Новый год ничего уже не будешь просить, да? Да, да, да. Прекрасно, давай. Вот. Ух ты, какой необычный. Ты сможешь его собрать? Угу. Класс. Пап, ну может быть уже тогда на 23 февраля, чтобы ты потом мне не искал подарок. А что, так можно вот так настолько вперед дарить, да, подарки? Да, да, можно. Давай. Ну тогда на День Победы. Да, на День защиты детей. На следующий день рождения. На день рождения через 3 года. На день рождения через 7 лет. День рыбака. День работника коммунальных служб. И на 8 марта. Ой, это день космонавта. Стоп, 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 стоп. Нам, пожалуйста, это все. Вот это мы удачно зашли. Да. Но, как договорились, Артур, теперь до 18 лет все подарки тебе уже подарены. А мне
можно хоть маленький-маленький? Конечно, можно. Выбирай, какой. Вот такой. Ух ты, какой хороший маленький. Слушай, может, возьмешь не такой маленький, какой-то чуть-чуть побольше? Можно взять побольше? Тогда сейчас возьму. Ого! Вот это кубик, конечно. Какой гигантский, круто. 3 на 3. Кстати, ты столько всего купил и ни одного 3 на 3 не взял, ну, как да. У тебя был. Так он у меня и так есть. Артур, какой же есть? С чего мы и начали, что он разбитый и все. Так он же магнитный, он соберется легко. Как магнитный? Так он собирается и разбирается. Так он собирается, а мы боялись. Если ты хочешь выиграть такой же крутой кубик, как у меня, то ты должен поставить лайк этому видео. Обязательно подписаться на Instagram Cube Market. Ссылка будет в описании. Напиши в комментариях, из какого ты города, и я участвую. Всем удачи! Скоро мы найдем победителя. Пока!